Привет всем. Значит, вот сегодня, ну сегодня-завтра попробуем, значит, новые винты. Значит, это тайский винт производства Таиланд, который мы обычно используем. Вот так он выглядит, такая у него форма. Есть чем сейчас сравнить. Это новое произведение искусства наших китайских коллег. Красота необыкновенная. Так, резьба та же самая, вот М18 на 2,5. Это, наверное, сколько у нас дюймов-то этот? 6, наверное, да, дюймов. Короче, вот тайский, это проверенный. 8 дюймов. 8 дюймов, вот диаметр понятен. Значит, вот этот Китай, то, что они попытались содрать у американцев. Вроде бы даже вот есть вот это вот, как это назвать-то, поджатие струи. То есть вот здесь есть некий, так сказать, вот подъемчик такой некий. Ну, посмотрим. Но заявляют они его, значит, как 9-10 лошадиных сил. Хотя, значит, диаметр у него 6 дюймов. По сравнению, значит, с 8, вот можно видеть. Так, и это производство... ну, типа подобие американского производства наших ребят из Волгограда. Ну, не знаю, по-моему, они, так сказать, ухватили, как это называется, ухватили форму, но не совсем, наверное, ухватили принцип. Короче, вот он обработка, видно, что такая достаточно грубая обработка. Но литье тоже, по всей видимости, да, достаточно грубая обработка и нету, то есть сравная поверхность практически гладкая. То есть можно видеть, что здесь вот просто ложка. Не знаю, упор у этого должен быть гораздо меньше, чем вот у китайцев. Китайцы все-таки, я так понимаю, что попытались более повторить. Ну вот, короче, то, что у нас есть на этот эксперимент. Три винта, резьбу мы тут нарежем, я так думаю, что метчика нету сейчас пока. Ну, по крайней мере, вот будет сравнение вот этих двух точно винтов. Ну, на этом пока все.